Добрые руки оказались хуже злейшего врага, и жертву сейчас пытаются спасти зоозащитники. Аляскинский маламут Зара прожила в обычной нижегородской семье 3 года. Но родился ребенок, у малыша оказалась аллергия на собаку. Маламут – собака дорогая, стоит десятки тысяч рублей. Но решили не продавать, а просто отдать в добрые руки. На объявление в газете быстро откликнулись, и породистая Зара переехала к новым хозяевам. Вот оказалось, что красивая и сильная собака живет теперь в ужасных условиях. Спасти ее и попытались зоозащитники. Вон она. Здравствуйте. Зарочка. Зара. Зарочка. Вот эта собака должна весить более 30 по 40 килограмм. В данном весе вот она вот сейчас весит 15, максимум 16 килограмм, не больше. Собака истощена. А кто сюда пустил? Собака истощена. Обратите, смотрите внимание, на уши. Собака неухоженная. Смотрите, на уши. И на лапы, смотрите, у нее размет. Это о чем говорит, что у собаки неправильное питание. Не кормили собаку. Не кормили. Это что такое? Выйдите, пожалуйста. Это ее булка. Мы тоже не ругаемся, мы просим по-хорошему. Выйдите, пожалуйста. Вы защитники животных? Да. Выйдите. Почему собак содержит таких условий? Сюда. Пошли, Зар. Сюда. Сюда. Собак сюда. Иди сюда, девочка, хорошенькая. Садись. Поехали в ветеринарную клинику. Что, дикие, что ли, а? Чего? Что может собака? Мы едем собака, в клинику. Ветеринарную клинику. Едем моя клинику. Собака. Мы едем собака. В клинику. Моя собака. Она что, в каких условиях? Мы едем в клинику. Она что, в каких условиях? Короче. Она что, в каких условиях? Вот номер, вы что, в каких условиях? Моя дочь, вообще вы что делаете? Больные. Она что, в каких условиях? Кто вам разрешил? Заходи. Собаку в каких условиях садят? Здесь есть дверь, здесь Зара! Вы не хозяйка. Документы где? Вы кто такие? Я хозяйка собаки. Я хозяйка собаки. Дальше что? Конечно. Покажите мне документы. Ты покажи документы. У меня вот. Ну и что там? Вот метрика щенка. Что щенка? На! Я тебе с любого щенка покажу. Ее. Давай посмотрим клеймо. Чего клеймо? Клеймо, давай посмотрим. На. Ну вы сами видели, они неадекватные. Они просто неадекватны, они разведенцы, которые разводят собак. Я хочу забрать собаку домой. Стоп. Дальше что? Ваша собака? Я хочу забрать собаку домой. Вы отдали ее? Да. Кому? Вам. Нам отдали. Наталья. Ну, я не забирал, я не знаю. Вы отдали собаку? Да. Хорошие руки. Зачем отдали-то? Хорошие руки. Потому что у ребенка была аллергия. Сейчас прошла аллергия. Сейчас я хочу собаку. Ничего не говорю. Сейчас я хочу собаку забрать домой. Я не хочу, чтобы она жила в таких условиях. Зоозащитники вызвали на место конфликта сотрудников полиции. Мы хотим забрать собаку домой, потому что собака находится в ужасных условиях. Видели, какие там условия? У собаки нету ни еды и ни воды. У собаки истощена. Целый день не должна стоять еда, не надо говорить. У собаки должна стоять вода. Приглашайте, пусть они там смотрят, составляют акт об этом. Есть ветеринарная служба на это. Но никак не работник полиции. Она ужаснейшая. До свидания. Ужаснейшая условия. В грязи, в мусоре. До свидания. Да что значит до свидания? В общем, собаку забрать даже с привлечением полиции так и не удалось. Предстоит еще долгий процесс с обследованием ветеринарами, поисками дополнительных документов и, возможно, даже обращением в суд. То есть возвращать то, от чего избавились с легкостью, придется с большими трудностями.